PCP-винтовка Крал в комплекте с усиленным клапаном в калибре 6.35. Интернет-магазин «Попади в десятку». Тыльник винтовки резиновый, а ложа выполнена из ореха. Сделана винтовка в компоновке «Булпап». На ствольной коробке справа мы видим предохранитель, рычаг затвора и установленный ослабленный клапан, который можно поменять на усиленный. На рукояти есть подпальцевые выемки. Спусковой крючок металлический. Своих прицельных приспособлений здесь нет, но есть металлическое крепление для оптики. На цевье снизу есть гнездо для крепления дополнительной планки вивера. Объем баллона здесь составляет 280 кубических сантиметров. Гнездо для заправки находится на его конце, здесь же и манометр. На левой стороне корпуса мы видим только подсчетчик и винт регулировки мощности. Стреляет винтовка свинцовыми пулями калибра 6.35. В ее магазинах помещается 10 штук. Снаряженный магазин устанавливается на свое место. И с помощью ручки затвора пуля досылается перед каждым выстрелом. В ослабленном варианте мощность у винтовки невысокая, но после усиления скорость полета пули будет достигать 380 метров в секунду. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона – луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.